обработала посылку, потом ее аккуратно вскрыла. И что я вижу? Аня, конечно, но я же знала, что она не... Вот без этого она не обойдется, да? Вот голова пришла, игрушки пришли. Сейчас посмотрю. Еще не смотрела. И, конечно, конечно, без подарочка не обошлось. А я думаю, что такая тяжелая посылка-то, а? Какая красота, Аня. Это гениальная шаль или бактус. И даже два. И шаль, и бактус, и даже комплект. И вообще не знаю, что красиво. Красиво блестит там. Красота. Я честно признаюсь, хотела такую пряжу. Хотела, но... Аня, спасибо. Дальше смотрим. Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня у нас прекрасная погода. И у меня замечательное настроение, потому что я только что открыла посылку, которую прислала мне Анна Полозняк. Ее канал так и называется — Анна Полозняк. Аня вяжет и еще много делает добрых, хороших дел. Одно из этих дел она вот сделала для меня. Посылочку я получила. Затевалось все затевалось. Но вначале я показала немножечко, как распаковывала посылку, но это не очень получилось. Это просто дети захотели сразу ее открыть и посмотреть, что там. Вот, и ну как было, так и сняла. А сейчас я покажу все, что было в этой посылочке. И самое главное, из-за чего затевалась эта посылочка, это вот эта красивая голова. Такая красивая, мне нравится. Очень нравится. Я видела головы, которые для шапочек заказывают. Но они такие какие-то безликие, можно сказать. У них они не крашеные, они обычные. А эта девушка прям красавица. Я уже одела на нее шапку. Ну, немножко подробнее потом покажу. Так вот, затевалось все из-за этой красавицы, из-за этой головки. И огромное спасибо Ане, что она сама сказала, что есть такие головы, продаются они там-то. И она может помочь нам с этими головками. А самое главное, спасибо супругу Ане за то, что он купил вот эту голову. Потом Аня уже прислала ее мне. Вот. Огромное спасибо, потому что... Почему? Да, я могу более подробно, конечно, рассказать, почему для меня это так ценно, что человек издалека, десятыми дорогами, можно сказать, заказал, привез, вернее, купил, привез, переслал. И почему для меня это ценно? Потому что мне, вы знаете, что я сама не хожу по магазинам, никуда не езжу. Сижу дома и заказываю только, если что-то мне нужно, по интернету. Ну и по интернету это не всегда получается взять то, что хочется. Заказываешь, и порой это приходит в таком состоянии, что на выброс просто деньги на ветер, и изделия тебе ни к чему. А здесь Аня знала, что это такое, что это за головка, а Ане я доверяю на 100%. И в общем, я прям счастлива. Мне нравится эта девушка, она просто красавица. Она красота. Не хочет поворачиваться, он попозже. Вот. Значит, приехала ко мне голова, но кроме головы, конечно, я заказала для своего внука вот этого мишку. Затевалось все для сына. Все по порядку. Я не могу по порядку, я перепрыгиваю с 5 на 10. Вот этого мишку. Ну, сын у меня уже большой. Все знают, что у него есть уже двое детей. Но дети, они всегда дети. И в машину он себе хотел какую-то маленькую игрушку. В общем, выбрал у Ани вот этого мишку. Почему у Ани? Ну, потому что Аню я знаю. Ее работы я знаю.
Они очень классные. Они мало того, что с виду красивые, они еще вон как связаны. Петель как петельки. Такое вот плотненькое все. Прям мишка. Ну, симпатичный мишка. Очень симпатичный. Вот бирочка у нас handmade. И он вот такой веселый, настоящий. Носик классный. Глазки. В общем, Аня говорит, что вот эти глазки, они очень крепко сделаны, так что детки не оторвут ничего. Вот в чем я уверена, это в том, что говорит Аня. Раз она так говорит, значит так и есть. Детки не оторвут мишку сыну. Ну и со мной выбирал внук. Когда он услышал, что Аня говорит, что вот этот мишка ищет себе друга, он мне переспросил, он ищет друга? Я говорю, да. Я буду ему другом. Я ему буду другом. Ну, раз внук захотел быть другом этому мишке, почему бы и нет? Ну, такой он, бровки немножко грустные, но в то же время... А он похож на моего внука, один в один. У него тоже такие грустные, как бы, бровки, но он очень веселый, хороший мальчик. Так что мишка очень похож на него. И, ну, обещал с ним даже спать, с этим мишкой. Вот, у Ани вот такие handmade бирочки. И связано с любовью. Так как было, так она и прислала. Вот. С таким. Ну, в общем, как продавался этот мишка. Кстати, мишки и другие игрушки у Ани продаются. Можно купить. Есть у нее страничка в Инстаграм. Наверное, можно и там в директ написать. Есть у нее страничка в Одноклассниках. В общем, ВКонтакте я точно не знаю, Аня, потому что сама я ВКонтакте редко хожу. А вот в Инстаграм точно можно пойти посмотреть. У нее весь, все игрушки, которые есть в наличии, у Ани там есть. Описание этих игрушек, из чего они связаны, и цена, естественно. Вот, так что проходите к Ане на Инстаграм. Ссылочка здесь, конечно, вы ее видите. Ну вот, игрушки мы выбрали с внуком для папы. И для него самого. Ну, я думала, я не буду Машке заказывать. Маша еще маленькая, обойдется. Она играет всеми игрушками, которые есть. Кстати, она положила глаз вот на такой моточек. Но это потом, попозже. Ее интересует абсолютно все. Она может играть с любыми игрушками. Вот. Ну, и Аня решила, что как это оставить Машу без игрушки. Она... подарила Машке вот эту Китти. Так, я понимаю, это мишка Барни, а это Китти. Вот, теперь братик имеет мишку Барни, сестричка Китти. А папа имеет вот такого маленького мишку. Остальные игрушки они любят. Ну, как бы равнодушно, им другие игрушки надо. А нам, маленьким, еще хочется вот с такими игрушками поиграть. Поэтому... Анечка, спасибо большое тебе. Дети довольны, сын доволен. И вяжи игрушки, мы будем смотреть. И, может быть, конечно, нам еще что-нибудь понравится. Надеюсь, тому, кто смотрит, тоже что-нибудь понравится, и они к тебе зайдут. Ну и на этом мои покупки закончились, как бы. Голова, мишки. Да, я сейчас покажу голову более подробно. Игрушечки уберу. Ну вот она, голова в шапке. Объем я померила 55 сантиметров. Так что голова такая самая женская. Ну, вот красавица какая, посмотрите. У меня есть торс, ее зовут Александра. Но она без головы. Теперь у нее есть голова. Так что эту голову тоже зовут Александра. Ну, красавица ж, ну посмотрите. Кстати, шапка. Шапка тоже красивая. Мне нравится по мотивам шапки. Звезда называлась. Берет назывался. Стелла как-то. Ну вот, смотрите, узорчик. По мотивам этого берета вот такая шапка. Она типа бини, но можно и по голове ее натянуть. Можно и... Так, разговор не о шапке. Снимаем шапку, показываем голову. Вот, сняла шапку. Ну, в общем-то, лысина девушку ничуть не портит. Отлично смотрится.
вот эта штука, на чем стоит голова, она очень твердая, как сказать, крепкая, тяжелая, и голова не упадет. Я сейчас снимаю не на столе, я снимаю сейчас на собственной кровати, что цвет у меня пропадает. Вот, и голова не падает, стоит нормально, так что мне очень-очень это нравится. Так, ну голову мы в сторону откладываем. Дальше. Аня без подарков не могла не обойтись. И прислала вот такую еще одну, как назвать эту штуку. Мне так хочется сказать шкатулка почему-то, не знаю. Вот здесь она высокая, вазочка. Это вазочка. Такая высокая. Она сделана из дерева. По-моему, покрыта лаком. Или просто отполирована очень хорошо. Ну, классная. В нее можно положить всякие мелочи, как я сейчас сделала, да? Просто, когда вяжете рядом с собой, можно положить сюда маркеры. Несколько штук. Вот счетчик рядов, если это необходимо. А так, вот она как выглядит. Сразу, мягкая такая, теплая, можно сказать, изделие. Теплая, добрая. Я думаю, многие захотят иметь в своем, как бы, ну, среди своих аксессуаров, что ли, вот как это назвать, мелочей таких, в качестве декора, вот такую маленькую вазочку. Вазочку для чего-то. Кольцо можно положить, если что. В общем, очень удобная вещь. Она глубокая. Она глубокая, не выпадет оттуда. Ничего не потеряется. И до этого Аня мне присылала, у меня уже стоит вот такая штучка. Вот. То же самое. Подставочка. То же самое для красоты. Можно сюда маленький так клубочек положить. Тоже для декора. Можно то же самое мелочи сюда сложить. Вот. Так что у меня уже две такие вазочки. Не знаю. Я теперь, наверное, буду их коллекционировать. Не остановлюсь на них. И еще для шалей. Смотрите, какая красота. Это тоже раньше мне Аня прислала. Заколка для шалей. Деревянная. Кстати, не только шаль можно, и кардиган можно заколоть. Жакет какой-то вязаный можно заколоть. И такая гениальная просто штука. Я давно засматривалась на эти вещи. Но никогда не решалась покупать, потому что я знаю, что это не дешевое удовольствие. И получить вот это в подарок, это тоже очень дорогого стоит. Спасибо огромное, Аня. И да, вот эти все вещи делает Анькин знакомый. Так что, если кому-то... Или заколочки. Еще для спиц. У меня есть от Ани спицы. Я вот не приготовила их показать. Спицы и наконечник сделан вот тоже из дерева. Из одинаковых таких. Две спицы одинаковые. И одинаковые у них такие наконечники. Если кому-то что-то нужно, обращайтесь к Ане. На ее канал Анна Полозняк или на ее инстаграм, тоже ссылочка под видео и вверху экрана. И картинка, вы ее уже видели. Вот, обращайтесь к Ане, будут у вас игрушки и будут вот такие вазочки шикарные. Дальше. А дальше, конечно, подарки не закончились. Вот такие красивые два моточка Ализе Ангора Симли. Даже вот я Ангора Голд Симли. Просто я знаю, я уже даже читать не могу, потому что не узнать Ангору Голд Симли невозможно. Смотрите, какой блеск, какие расцветки, какие цвета красивые.
Да, можно связать изделие. Полностью можно связать вот из этих двух моточков изделия. А мне нравится вязать шали. Я обожаю вязать шали, палантины. Посмотрите, какую красоту можно связать. Вот, так что, Анечка, будет у меня что-то связанное, конечно, будет на канале из твоей красоты. Состав здесь 90... Так, уберу. 10% шерсть, 5% металлик, это люрикс, 10% мохер и 75% акрил. Ну, вы знаете, что турецкий мохер, он, ну, шикарный. Бюджетный, шикарный, очень красивое изделие. Да, метраж. Какой здесь метраж? По-моему, 400 метров. Ну, вот такие характеристики. И сейчас я метраж кручу, верчу. Запутать хочу. Найдите мне метраж. Цвет 26-30. Ну, а метраж вы догадайтесь сами. Не нашла. Здесь около 500 метров, наверное, такой. Да, нужно было постараться, чтобы найти метраж. 100 грамм, 500 метров. Вот здесь вот написано. Вот, так что получится шикарная шаль из одного мотка. Из двух мотков будет палантин, и даже еще должно остаться. 1000 метров достаточно на две шали. Шали бактус. Можно снуд связать в два оборота, а то и еще широкий, большой. Какой-то палантин шикарный связать. В общем, спасибо, Анечка. Обязательно свяжу такую красоту. И это еще не все. Нет, не все. Конечно, вкусняшки. Аня сама любит такой шоколад. Я знаю, что 70% вот не сладкий, но натуральный шоколад. И мне такой прислала. У меня на простой шоколад началась аллергия, а вот этот как раз то, что надо. Аня знает все. Аня про всех знает все. Она знает, что кому нужно. Спасибо за шоколадку. И вот такой вот магнитик. Магнитик, город Данков. Здесь живет Аня. Долгие века стоит земля липецкая, славит землю русскую, да стоять ей вовек. Точно. Вовек стоять и жить там таким людям, как Аня и ее семья. Так как не только Аня принимала участие в собирании этой посылочки, но и ее супруг, за что ему огромное-огромное спасибо. Большая благодарность. Анечка, спасибо за голову, за Сашу. Она теперь будет жить и радовать меня. И будет достойно, достойно показывать шапки, которые я буду вязать. Спасибо огромное за посылочку. Я знаю, что такое. Я уже начинала говорить. Знаю, что такое собрать посылку. Где-то для кого-то что-то найти, купить. Это нужно потратить свое время. Даже если ты не тратишь свои деньги, предположим, но ты тратишь свое время, а время, оно драгоценно. Это время могла Аня потратить на свою семью и просто повязать. Но Аня хороший друг. Даже не хороший, а прекрасный друг, настоящий друг. И она от души делает что-то, ну, такие поступки. Просто, ну, это очень ценно, и я это ценю, поскольку знаю, что сама много чего не могу сделать. Поэтому очень-очень ценю то, что делает Аня и для меня, и для своих подруг, и для вообще для всех нас. Аня, спасибо еще раз. Ну, на этом я закончу, наверное, свое видео. Я пошла радоваться. Пошла детишкам отдавать их игрушки и одевать свою Сашку. Все. Всем пока-пока.